Открытие детского сада для жителей поселка Нижний Баскунчак – событие долгожданное. Более 3 лет после закрытия старого дошкольного учреждения местным жителям приходилось самостоятельно решать вопрос с присмотром за детьми. Кто-то посещал детский сад в соседнем поселке, другие сидели дома. О том, что на открытие нового детского сада приедет губернатор, люди были наслышаны и собрались заранее, с трепетом ожидая торжественного момента. Счастливый день для всех ребят, мы собрались как на парад. Поздравляем с днем рождения наш любимый детский сад! 1 сентября новый детский сад примет 145 воспитанников. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано всем необходимым, а главное, урегулированы все юридические аспекты, из-за которых построенный детский сад долгое время не мог распахнуть свои двери для детей. Мы сегодня имеем возможность предоставить условия для воспитания маленьких жителей Нижнего Баскунчака в этом замечательном детском саду. Решение по оформлению было достаточно непростым, но вместе мы нашли единственное правильное, с правовой точки зрения, грамотное решение. И сегодня наши детки имеют возможность пойти в детский сад с этими комфортными условиями. Глава района Владимир Мехет присоединился к поздравлениям губернатора Игоря Бабушкина. И представители власти, и жители поселка много добрых слов адресовали руководителю соляного производства за строительство здания детского сада, история которого теперь будет продолжаться в позитивном направлении.